Ну и ну. Да. Что делается? Да. На дворе конец семестра. Да. А у нас еще ничего не сдано. И как нам получить зачеты? Да. Почему так вышло-то? Что у вас средств нету, то есть денег у вас не хватает? Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Говорил я Антону, сдавай Варакина. А он что? Что он? Пошел и кену купил. Это, говорит, важнее. Это он не подумавши сделал. Он раз уж ничего не учит, хотя бы шпор понадел. Ботинки, в штаны, в куртку, в шапку спрятал. У нас без шпор никуда. Сессию не сдашь. Балбес он! Балбес! А скажите, сколько экзаменов-то у нас? Раскройте ему глаза, чтобы у него прояснилось. Экзаменов у нас много. Русское, зарубега, два. Не два, а три. Варакин тоже как экзамен. Так ведь не беда, можно ему письмо написать. О, у меня в друзья ВКонтакте-то. Вот вам черновичок, чтобы ошибок не было, не дай бог. Давайте, давайте, а то, боже, упаси. Дурак, а если ошибок наделаешь речевых, красная ручка нас покарает. И будьте осторожны. Вот вам еще листочек запасной. Ох, волнуюсь. Ну, давайте, начнем. Владимир Сергеевич, вы балбес. Правильно это. Надо сначала поздравить его с днем отделения. Хорошо, хорошо. Поздравляю вас, Владимир Сергеевич, вы балбес. А что дальше писать? Просим на всем зачет автоматом поставить. В честь праздника. Правильно. Владимир Сергеевич, мы так старались на занятиях. Я во всех ролевых играх участвовал. Можно и без вопросов к зачету. Что ж мы будем делать, если он нам не ответит, друзья? Кто нас спасет? А если он нам не ответит, я пошлю ему цветы. Сейчас мы их упакуем в красивую обертку, бантик налепим, чтобы не было потом мучительно больно.